Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Ежедневные награды, Лига Мастеров, 2 звезды. Я с удовольствием забираю свой приз. Так, у меня 295 долларов, мало. Так, задания у меня еще не откатились. Я боюсь, что и список черепашек, наверное, не откатился. Ну-ка, проверим. Ну, допустим, возьмем вот так. Нет, тут все отлично. Ха, а я думал, что не откатился. Я просто за кадром, ребята, поиграл чуть-чуть. Малеха, совсем капельку. Поэтому смотрю, что задания не откатились. Думал, наверное, черепашки еще все-таки не успели. А все у нас получается хорошо. Так, ну что... О, вот это вот обязательно, ребята. Это святое. Жетоны, ты сам понимаешь, они у нас на вес золота. Это единственный, наверное, предмет, который... А, нет, вру. Платиновые осколки и именно жетоны очень-очень плохо добываются. Поэтому надо нам с тобой как можно быстрее все это дело выбить полностью. Потом мы с тобой пойдем на арену. После посмотрим, сколько у нас сыра. Попробуем пофармить кого-нибудь из персонажей. Так, сегодня у нас что за день недели? Да слушай, в принципе, мы еще успеем, наверное, с тобой забраться в топчик. Я не знаю, у меня откатов, ребята, мало. Нам, наверное, придется еще... Ну, как всегда, я забываю. Мы обычно перед серией... Я набиваю себе эти откаты, 10 штук, стабильных. И в последнее время забываю это делать, и мне приходится прям в процессе игры делать паузу небольшую, набивать их. Ну как набивать? Рекламу смотреть. Набивание это у нас получается через просмотр рекламы. Кстати, все, наверное, недавно в курсе были, да, что Facebook роняли. И многие люди не могли зайти в игры. Писали: «Рэй, типа все, игра накрылась, не заходит». На эту уловку попался я. Я, ребята, не мог запустить эмулятор. Понимаешь? Я не мог запустить эмулятор, потому что он у меня почему-то требовал вход через Facebook. В общем, такая фигня получилась, что я переустановил эмулятор. И знаешь, в чем огромная была ошибка моя? В том, что, ребята, игра Stick Battle, которую мы с тобой играли, накрылась медным тазом. Все мои 300 уровней, докуда мы с тобой дошли, улетели в трубу. Там нету сохранение, это во-первых, ребят, ни облачного никакого, ни в Google Play, просто его нету. И восстановить, естественно, я теперь ничего не могу. Я вот сижу и думаю, а стоит ли мне начинать все заново? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментах. Будем, блин, там очень-очень долго мы играли в нее. Наверное, с полмесяца, да? Вот, ну, естественно, не каждый день, но играли. Так вот, если будем играть, то мне придется, конечно же, начать все заново. Может быть, как-то у нас по-другому игра пойдет. В общем, пишите мне в комментариях. Если же не будем, то даже прикасаться к ней и возвращаться не будем. Так, ну что, все, я прошел, ребята, мы с вами набили сколько жетонов? Что-то я даже не посмотрел. 600, по-моему, да? По-моему, 600 жетонов. Так, у нас с тобой 15 тысяч мутагена, мало, опять же. Так, если мы зайдем в магазин, в предметы... Так, по монетам отлично. Берем ДНК на шредеры. Так, а по жетонам 620. Слушай, подожди секунду. Так, 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 так. Мы с тобой хотели Рукстеди, насколько помню, прокачивать, да? Хотя можем Дони. Нет, давай Рукстеди. 530 тратим, ребята. Нам нужно будет еще 6 ДНК. И, в принципе, все. Он будет у нас в кармане, прокачанным причем. Хотя бы в золото уже. Так, испытания. Что у нас по испытаниям? Нам еще 2 дня. 2 дня ждать, это получается, что сегодня у нас среда, да? Окей. Значит так, здесь попробуем слить с тобой сыр весь. Поехали. Опачки! Да ладно, я не верю своим глазам. По-моему, нам... Слушай, по-моему, Донателло-то у нас прокачат. Е-е-е, друзья, это же... Это же круто. Донателло Видение у нас получает с вами фул 5-ю золотую звезду. Что это у него такое? Донни поднимает топор и с размаху бьет им по земле, выбивая валун, который он головой отправляет во врага. Увеличивает силу атаки на 25%. Ничего себе. Круто, друзья мои. Ну что же, вот первая черепашка из Видения у нас с вами получила фул 5-ю звезду. Но это еще не все. Это же еще не все. У нас есть Лео
Майки, Рафаэль, поэтому давай попробуем. Да ё-моё, испытать, как говорится, судьбу еще разок. Так, вот здесь, да? 50 жетонов. Так, 2 доллара. Карта опять это лезет вечно вот. Рафаэль, ребята. Отлично. Ё-моё, Лео выпал. Нифига. Вот это... Блин, подожди, у нас сколько? 12 сыра. А может быть... Может быть, вот здесь вот попробуйте. Здесь нету Лео. А Лео мне бы нужен был. Хотя Лео не нужен нам, друзья. Прикинь. Мы засели... Я не помню, когда мы последний раз за серию с тобой получали двух персонажей, которых я мог бы прокачать до фул 5 звезд. Так, нам не хватает единственное, что мутагена. Поэтому быстренько с тобой бежим просто шеминтом на арену. Как ты видишь, Лига Мастеров, одна звезда, ранг 65-й. Давай бусить. А, погоди, бусить. Давай тогда уже сразу я посмотрю рекламу. Чтобы у нас было уже 10 откатов. Ну что, друзья мои, 11 откатов у нас есть. Поэтому погнали. Уж докуда дойдем, до туда дойдем. Время у нас еще в запасе. Почти сколько там, 4 дня. Я думаю, до топчика мы с тобой дойдем. Тем более мы уже с тобой в Лиге Мастеров 2 звезды находимся. Так, 66-й, 67-й. Я вот не знаю, ребята, конечно, риски есть. Причем довольно серьезные. Сможет ли наш Супер Шреддер наказать противников одной тычкой? Сейчас мы с тобой это и посмотрим. Интересно самому просто. Ага, ну постепенно. Да-да, ребята, они бы сейчас бы начали бы тут бомбить, но, слава богу, постепенно урон их всех уничтожил. Это круто. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. А, у меня мастер одна звезда. Я немножко ошибся, это когда мы с тобой забирали приз. Там было написано, что я в мастере две звезды. Ладно, ничего страшного, ничего страшного, поверь мне. Мы с тобой еще ворвемся в топчик. Еще там будем сидеть с тобой несколько дней, не вылазя. Давай я возьму, наверное, эту команду. Возьму здесь Армагона и... Для перестраховки возьмем с тобой Карайчку. Я думаю, что это будет оптимал. Тем более у них здесь, как видишь, в команде вражеской нету хила. Так что... И я смотрю, что тут нет, кто бы мог очень быстро здесь пойти по инициативе. Так что Армагуша, наверное, в принципе, должен всех ушатать. Да, кроме Майки. Но это не беда. Карайчка этим делом займется. Причем довольно великолепно. Ну что, отлично, двигаемся дальше. Смотрим, какая у нас позиция сейчас. И мы для чего с тобой проходим? Ну, во-первых, надо повышаться в рейтинге. Это понятно все дело. Но еще главное, мутаген нам нужен. Ребята, мы получаем мутаген. И сегодня Леонардо у нас тоже получит фулл 5-ю звезду. Блин, вообще двойное наслаждение. Двойной праздник, я бы так сказал. Да, давненько такого не было у меня. Чтобы в одной серии у нас сразу же два персонажа прокачалось. Ха, тем более практически в топчик. Замечательно. Ну что ж, давай посмотрим. Блин, тут Майки. Майки здесь. Ёлки-палки. Я только увидел уже краем глаза, когда... Вот он. Ёк-макарёк, ребят. Ну что, надеюсь, Леонардо не подведет меня. Хотя... Шикарно. Лео, спасибо тебе огромное. Ты выручил нашу команду просто-напросто. Иначе бы тут началось. А так все великолепно. Лео просто упал, он мог бы, ты сам понимаешь, да? И он уходит сразу же второй после Леонардо. Либо он отхиливает команду, либо вешает на нее уклонение. И все, и пиши пропало. И мы бы его не смогли бы разобрать, команду вообще, в целом. Так, ну что же, уже 17.23, отлично идем. Берем с тобой Усаги, возьму, наверное, здесь Ваньку плюс Майки. Ваньку плюс Майки, на всякий случай возьмем... Да вот так вот вообще возьмем команду, да и все. Отыграем этими, а уже после можем брать с тобой Супер Шреддеры вместе с Армагоном и просто разносить их в пух и прах. А пока можем вот так вот с собой насладиться. Так, ну что, Усаги, давай свою козырную вертушку, как ты любишь. С наложением постепенно урона, желательно. Немножко, конечно, не сделал то, что я хотел. Ну ладно, ничего страшного, у нас 70 уровней, они уж, я думаю, не упадут здесь сразу быстро, тем более Ванюша достает свою базуку. Бам. И остается у нас Роксади. Давай его вот так вот, наверное. Чук. Как говорится, шиповатым дротиком в него воткнул змейковьем, своим сорняком, так скажем. Ну-ка, мне интересно, куда мы с тобой попадем. Да, мы уже должны быть в Лиге Мастеров 2 звезды, а позиция у нас 98-я. Четенько. Я думаю, даже возможно, мы с тобой перейдем на Лигу Мастеров 3 звезды. Возможно. Не хочу, конечно, ускорять события, но все идет именно к этому. Единственное, что да,
Единственное, что вот у нас с тобой заканчиваются персонажи. Как бы их меньше, все меньше и меньше. А поединков, ну, как минимум нужно 9 сыграть. Это из расчета того, что будем по 10 ступенек пролетать. Только в этом случае. Тыч. Неплохая была тычка. Сразу видно, кто упал, кто остался. Но это не жильцы уже на самом деле, потому что на них, на всех висел постепенный урон. То есть, если бы у них была хорошая инициатива, они начали бы ходить и сразу же погибать. То есть, Супер Шреддер здесь сделал все великолепно. Так, и у нас какое? 83-е место. Отлично, 10 откатов есть. Придется, наверное, опять же взять один откатик. Один откатик именно для Супер Шреддера. И с ним пойдут вот эти вот ребятушки. 80 уровень, я думаю, в принципе, тоже они выстоят. Причем тут здесь зэк есть, который бросит, естественно, сразу же свою бомбочку. Ой-ой-ой, зачем ты? Твою налево, ребят, я привык, что у нас массовые атаки все в конце, и видишь, как получилось. Ну, эти не жильцы, я думаю, что вот так нам нужно сделать. Тыч-тыч. Минус, и это вот, наверное. Давай шоком его. Тыш. В плане. Он на него замедлях повесил, но не убил. Да, Джастин, что-то ты хандришь, парнишка. Ладно, фиг с ним. Главное, что хорошо закончилось все. Ну что, двигаемся с тобой. Какая там? 71-я? Оу, 67-я. Слушай, мы идем даже лучше, чем я ожидал. Будем честны. Берем с тобой Супер Шреддера. Вместе с ним пойдет раз, два, три, четыре. Но тут уже критично, ребят, критично. Я, наверное, рисковать все-таки не стану. А если рисковать не стану, тогда уже фиг ли я буду этих брать довольно сильных. Я возьму тогда вот вообще слабых. Так, так и так. Все, в пятером. Потому что смысл нам, блядь, 70-х, да? Когда я могу здесь взять маленьких и Армагона плюс Супер Шреддера. И этого будет достаточно, за глаза просто-напросто. Они вдвоем распишут любую команду, какую нам тут не поставь. Тыч. Тычка одна. Так, сколько у нас там вообще с тобой откатов? Там мало, по-моему, 8 или 7 осталось их. Маловато, докупать я не буду, друзья. Ну нет смысла 250 бакинских тратить для того, чтобы продвинуться немножко там. Мы потерпим, у нас еще все равно очень много дней впереди до конца недели, так что спешить нам некуда. Майки я брать не хочу, возьмем вот эту вот, наверное, команду. Так, у нас 5 откатов, это... Это сколько у нас получается? 5 откатов. 2 поединка. Ну, можно сделать 3 поединка, если мы с тобой, например, один откат сделаем, сыграем только на Супер Шреддере. Есть у меня сейчас одна идейка небольшая. Все-таки взять Супер Шреддера и тех 70-ников и попробовать отыграть. Вдруг получится все-таки, а? Правда, там такие у нас бойцы. Хан. Кто там еще у нас? Нейтрализатор, по-моему, да? А я сейчас попробую, ребят. Что нам терять? Нам терять все равно нечего. Один откат нам, как говорится, погоды не сделает. Ну, сфейлимся и сфейлимся, фиг с ним. А зато попробуем, рискнем. Ох ты. Ух ты. Блин, блин. Заманчиво так. Ладно, все равно я хочу попробовать, ребят. Вот такой командой я хочу попробовать. Конечно, большая очень разница по уровням. У них 77-й, у нас 70-й. И тут главное, чтобы Лео вот этот упал. Если Леонардо падает, их не вожак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Так, смотри, что я хочу сейчас сделать. Надеюсь, ты меня не подведешь, Шархан. Изи. А, все, ребят, все отлично. Так, Карайка, замедляху сделаешь? Сделаешь. Минус и минус. Да давай ты уже падай. Есть, ребята. В принципе, то, что я хотел сделать, у меня вообще идеально получилось. Отыграл один откат на слабых персонажах. Все получилось четенько. Это говорит только об одном, что нам, скорее всего, хватит прямо сегодня перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Да. Давай уже тогда сразу 17-24, не надо ломаться, вот. А то я знаю твои вот эти шутки-прибаутки. Они никому тут не нужны. У нас все по-серьезному. Поехали. Блин, а вдруг не хватит чуть-чуть? Да ничего страшного. Мы что с тобой, спорили на что-то? Это просто, ребята, как говорится, наше желание. И, конечно, хотелось бы, чтобы это желание наше сегодня исполнилось. Ну, мое желание сегодня наполовину исполнилось. Два персонажа получили сегодня
5 золотых звезд. Это круто. Ну, один, правда, еще не получил, но это дело времени. Вообще шикарно. Две черепашки из видения. Благодать. Так, ну что, какое место? 6-е. Ну да, да, мы с тобой перейдем все-таки. Перейдем. Позиция, конечно, будет не очень большая. Там где-то 95-е, возможно, да? Но сам факт. Сам факт, что мы с тобой топчемся уже, в принципе, на топовом месте. Раз, два, три. Три. Поехали. Это получается у нас с тобой последний на сегодня поединок. Единственное, что можно помусолить пиццу. Да, хотел сказать сыр, но потом понял, что нам пиццу. И поискать на кого. Мы с тобой ищем до сих пор на Донателло. Блин, ну откаты жалко, опять же. Откаты, ребята, они же тоже у нас кончаются. А у нас еще фарм впереди, причем жесткий фарм. Надо будет, кстати, глянуть, сколько нам еще нужно на черепашек от ДНК, чтобы их прокачать. Ну что, друзья мои, 88-я позиция, Лига Мастеров 3 звезды. Вообще идеально. Так, теперь, с вашего позволения, зайдем в магазин. Хочу посмотреть все-таки, сколько нам не хватает. Так, смотри внимательно. Да ё-моё, смотри внимательно. Значит, здесь, ну здесь дофига. Здесь 28 ДНК не хватает. А вот на Рафаэля всего лишь 18. Но все равно, ребята, много. Все равно много. Ладно, будем потихонечку с тобой фармить. Так, что нам надо делать? Мы с тобой переходим, куда мы переходим? В список, конечно же, в список, друзья мои. И... ай, красота! Ха! И вот у него, ребята, опасная тыква. Лео вытаскивает тыкву, подбрасывает ее в воздух и запускает ее вместе со стрелой, не давая врагам исцелиться. Разрушитель. Исцеление врагов блокируется на 2 хода. Вероятность на 10% снять позитивные эффекты со всех врагов. То есть мы можем запрет на отхил им сделать, да? И ко всему прочему еще снять все позитивные эффекты, то есть все их бафы положительные просто снять. Слушай, ну это круто. Это очень-очень, друзья мои, круто. Ну что, список, список. Нам нужно с тобой, наверное, не... Хотя, почему? Да, нам нужно здесь. Где у нас Донни? Донни, Кульдони. Вот он. Так, глянем. Нам не хватает твою налево. Еще 10 ячеек крэнгов. Ну, давай попробуем. Давай попробуем вытащить. Так, ячейка раз. Ячейка два. Окей. Третья. Так, третья. Блин, а может быть не стоит искать, а? Четвертое. Я просто к чему говорю? Пятое, пускай будет 5. Я просто к чему говорю? У нас сейчас с тобой заканчиваются вот эти вот откаты, да? Телепорты. А потом, когда нам надо будет с тобой женевку делать, они, у нас их не будет. И будем с тобой локти сидеть, кусать. Да, наверное, вот так вот остановимся. Все равно, ребята, я считаю, что сегодня поиграли мы неплохо. 235, как ты видишь, платиновых осколков. Еще 2 недели, потому что на следующей неделе еще получим с тобой 70. Да, это будет 305. 5. Да ладно, неужели 2 недели надо? Так, секунду. Сколько тут по высшему рангу дают? 75, да? 75. Твою дивизию, блин. 3 недели, ребята, получается. Это, потом следующая еще одна. А не 2. Ну, ничего страшного. Все равно потерпим и приобретем все, что мы захотим. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!